Всем привет! Мы возвращаемся в GTA 4. Почему-то при загрузке горела лучшая друзья девушек — это бриллиант, но мы ее вроде как выполнили. Машина в порядке. Колесики. Дмитрий, ты продолжаешь меня расстраивать, Белик. Расстроен, что я тебя все еще не убил, Расколов? Не волнуйся, придет и твой час. Я обшарил завод Чардж Айленд. Осмотрел там все трупы, твоего не нашел. Очень расстроился. Ну извини, хотя виноваты твои головорезы, это они не смогли меня убить. Удивительно, ты дважды бокрал моего друга Рэя Болгарина. Сначала в Европе, теперь здесь, в Liberty City. И ты украл у него бриллианты. Ты задолжал ему, Нико. Может, просто рассчитаешься с ним и мирно разойдемся? Дмитрий, я ничего не должен Волгарину. А тебе должен только пулю в лоб. И я расплачусь с тобой. Не бойся. У тебя острый язык, Нико, но я вырву его только вопрос времени. Гудбай. Слышь, пижоны. Ой-ой-ой. Женщина. Ну, захлопни дверь. Куда мы едем? БК — это наш розовый друг. Почему-то розовый. И Джимми Пегорино. Наша итальяно. Наш человек в Палермо. Джимми Пегорино. Тяжело, но прикольно. Мне казалось, искры вылетели, но мы вроде как не на ободе едем. Реально подвеска. Одни пружины. Амортизаторов нет совсем. Извините, извините, прозевал поворот, извините. Эх. Не вписался. Но помог зато им избавиться, то бывает тут. Прикипишь душой какой-нибудь зарази. Тяжело выбросить. Это маленькая, сопливая, а мое. А здесь бах. И у них новая машина. Я же так подумал, что если на такой машине кого-нибудь прокатить, то может быть не только крики, а еще и укачивание добавить, чтобы с трудом они из нее выбирались после поездки, придерживаясь руками за забор. Прибыли с шиком. Привет. Ты кому машешь? Думаю, федералам. Они всегда в это время тут приезжают. Это вас беспокоит? Когда ты замужем за драконом, нужно быть готовым к тому, что на горизонте появятся рыцари, которые хотят его убить. Придурки, они все. Да и ты тоже. Вот и поболтай. Да пошел. Давай, веселись, найди какого-нибудь приятного паренька, да шлепни. Лучше всего, если у него останется молодая семья, которая будет по нему безумно скучать. Алло, спишь на посту? Пегорино здесь? Да-да, босс! Энтони, ты заткнешься? Нет, ну правда.
проваливаешь. Не возвращать, пока тебе не пересадят новый мозг или типа того. Нико, рад тебя видеть. У меня есть пара вещей, которые хочу обсудить. Можешь увидеть этого балбеса? Конечно. Эх. В общем, слушай, у нас образовалась небольшая проблема с Павано. Но я заметил на нашей последней встрече. Как они на нас смотрели, а? Будто мы сброд какой-то. И так всегда было. Они из нас за клан-то не держат, так? За шайку макарони. Если все хорошо, значит, нас поимели. Мне жаль это слышать. Еще бы. Слушай, кое-кто из их людей сегодня в городе собирает свою долю от выручки олдерских букмекеров. Говорят, что сейчас они в Эктере, в Динере. Разыщи их и проследи за ними до места встречи. Помешай встрече, я разрешу тебе оставить деньги себе. Только убедись, что Павано крепко тебе досталось. Понял? Капиш. Благодарю. А на нашей мегамашине уже кто-то уехал, да? Ну, народ. Столбик, значит, валяется, никому не нужен. О. Блин, я думал, он за преступником бежит, но он что-то бросил. О, извините. Толстый молодой, или какой там человек. Слышь, Бутуз, прогуляйся. Они вообще ходить не могут. Бордо. Ой, блин, что там с управлением непонятное. Почему-то залипает. Полиция столько. Я еще ничего не натворил. Собираюсь. Налево. А это вы что тут задумали? Машины. Газначок. На другой стороне улицы. Карапуз такой итальянский. Я тут худею стою на солнышке. Уже 2 часа ничего не ем. Прям похудел. Думаю, что этот парень работает на Пигарино. Они даже совсем отчаялись. Давай оторвемся от него до того, как приедем на встречу. Нифига у них машиняшка. Машинюга. Они вообще непрошибаемые. Бац, уволокли мотоциклиста за собой. Фары включите. Бак со мной не едет. Мне еще не хватало. Ох, нифига. Но прохожие это не.
my back. This is what you call a lose-lose situation. Или так окружен. Да чуть не похоже на то. Да перелезь ты уже. Деньги какие-то насобирали. Сделать так, чтобы пуль теперь стала вас искать. Сейчас. Смотри, сколько денег. Ой-ой-ой. Надеюсь, деньги никто в этом честном городе не подберет, пока нас не будет. Я брал турбовую тачку, это какая-то тележка. Вернуться за деньгами. А то, может быть, там еще и живой кто-то остался. А нет. Барахло у меня, Джимми. Отлично, мой мальчик, надеюсь, заставил их страдать. Нужно показать, что Олдер не волчина пегарина. У тебя ведь тоже кое-что перепало? Ну, типа того. Тогда, может, отстегнешь верхушки? Мы итальянцы веками так поступаем. Ну, хорошо, что я не итальянец. Это оно? Уже убирается кто-то. Ты чё? Тут я обронил. Разные крупные суммы денег. Внимание не обращайте. Газета. Беллик, хочу представить тебя Джону Гравелли, главе семьи Гамбетти. Ему нужна помощь. Я уже работаю на другую мафиозную семейку, итальянцев. Те еще ублюдки. Пегарино? Да это даже не мафия. Только Гравелли знает, как тебе помочь. Он вместе с концертом в Шотлере. Скажи ему, что ты от вашего общего друга, он тебя уже ждет. Хорошо. А он то, что за хэтчбэк? Как так? Он чуть меня не... Да блин, здесь же оставлял машину специально. Профукал и машины. Бац, дерево не сминаемое. Еще и сели в какую-то... тележку никчемную. Мы, конечно, заменим при случае. А жилет ты не продаешь, дружище?
Как там на Г? Г. Гамбетти. А до этого нам бы лучше... Вот есть оружие. Нет, быстрее это не будет. Какой хамон? Кейт. Нико, твой брат пригласил меня на свадьбу. Я не думал, что вы с ним знакомы. А мы и не были. Он просто позвонил, сказал, что я тебе нравлюсь и что он хочет, чтобы я пришла. Это правда, Нико? Я думаю, он пошутил. Увидимся на свадьбе. У нас тонкий семейный юмор. А я тебе сейчас объясню, что происходит. Из машины выходи. Молодец. Смотри, что творится. Тогда ты отойди. Вышел за хлебом и нарвался на чувака с пулеметом. Эх, уже поздно поворачивать. Сначала выкинулся такой, а потом такой: да чувак, ты со смертью играешь. Я не только играю, я и выигрываю. А ты смотри и учись. Не будешь задавать глупых вопросов. Еще кто? СМС-ина ползет. А, нет, мы из тоннеля вылезли. Связь восстанавливается. Бабац. Сделаем вид, что я не слышал хамского выпада. Привет, чувак, говорит, это честный бизнес, никаких неприятностей. Надеюсь, и жди. Увидимся, говорит, позже. Вот, а теперь едем по другому мосту. Главе семейства Гамбетти. Даже звучит уже так мощно. Здесь маршрут оптимально. Кармен. Давно не слышал. Нико, это Кармен. Я сейчас сдохну. Меня тошнит от работы медсестрой, от всех этих больных. Но ты мне нравишься, детка. Я подумала, что если тебе когда-нибудь понадобится помощь медсестры, просто позвони мне, постараюсь тебе посоветовать что-нибудь. Блин, ты правда можешь это сделать?
Это очень мне пригодится, Кармен. Поговорим позже. То есть я по телефону позвоню, она мне скажет, к какому месту подорожник прикладывать. Будет прикольно, если будет лечение по телефону. Бух. Это 1-1. Алаверды вам. Кармен. Кармен хочет порадовать папе. Если тебе понадобится помощь, только позвони. Она будет твоей медсестрой. Блин, ну она такая тупая. Я вот из принципа позвоню. Просто интересно. О, интернет. Кафе проезжаем. Обязательно в него наведаемся. Блин, вот еще один. Одна пистолетная. Угу, приехали. Главное тут стать так, чтобы скорым не мешать. Тут запикают. Ну, и досмотреть, что там за гамбетти. Оружие спрячь. Стоит, курит медсестра, наверное. Такая же, как Карен. Я пришел повидать мистера Гравелли. Меня послал наш общий друг. Тут вам пришел. Вот он. Это ты был вовлечен в сумасбродство для моего дорогого друга Джеймса Пегорино? Ну, я не знаю, о чем вы. Пожалуйста, избавь меня от этого. Я пожилой человек, мне осталось не так много времени. Наш общий друг все мне рассказал. Спасибо. Повеселил. Да с удовольствием. Люди чертовски самовлюблены. Некоторые люди. Все люди, даже ты, даже там. Да что там, даже я, старик. Мне все до сих пор не все равно. Мне не все равно, как я выгляжу. Не все равно, что я сруб от себя убирать приходится миловидной сестричке. Это смешно. А еще я забочусь о своем наследстве. Я упорно трудился ради него на этой ниве. А теперь какие-то скоты решили, что не могут меня поиметь и контролировать систему взаимодействия, которой моя семья занимается уже 50 лет. Ты хочешь сказать, что 50 лет, что вы до капли высасывали кровь из голода, подошли к концу? Я знаю, это ужасная трагедия. Но если я это бы не делал я, это делал бы кто-нибудь другой. То есть, ну, раз я, так значит я. Я что хотел сказать, это твой дружок, гомик, ну, Берни. Его друга шантажируют. Русские, они хотят, чтобы он обновил какие-то контракты. Окна, автобусные линии, уборка, в общем, все, что контролируем мы. Эти мрази хотят нас прикончить. А от меня что вы хотите? Я хочу, чтобы ты работал на меня. И взамен что? Полиция, на тебя заведено дело толщиной в палец. Вот его ты и получишь. А еще того парня, которого ты просил достать. В Швейцарии он скрывается или где-то? Ну ладно, хорошо, что мне делать? Один мой хороший друг приезжает в город, чтобы сделать выступление. По поводу новой угрозы Liberty City, русской организованной преступности. И мне кажется, что
кто-то не захочет, чтобы это выступление состоялось. Возможно, твой любимый Дмитрий Раскалов заинтересован в том, чтобы эта история не попала в прессу. Убедись, что наш парень добрался до Сити Холл. Он едет с севера штата. Приедет на Гранд Истон на Бисмарк. Ну все ясно, поехать, встретить, привезти. Незаметно пересаживаемся на какие-то уродливые машины. Поведению даже не всегда поймешь. Передняя приводная. Или задняя. Хотя это может быть и полный привод. Интересно, как в игре реализовано. В зеркало надо смотреть перед совершением маневра. На наших дорогах и во время. Мужик вылазит, я первый раз его увидел. Поворот сложный, все время смотрел на дорогу. Тут внутрь лезет. А, мужик приехал. А, оставляет аккаунт. Парни, вы меня ждете? Нико Беллик, так? Ну, я. Будь в нашем сопровождении до Сити Холл, ясно? Конечно. Сядьте в машину, мы сели. Джон, ты как? Конечно, я приеду повидаться, как только закончу с речью. Потом это лучше знаешь мертвый маршрут? Это мне. Не говори так, Джон. Скоро почувствуешь себя подростком. Да это же светило современной медицины. Я собираюсь выложить все, что мы обсуждали. Когда сойду с трибуны, мэру Очава придется снарядить половину ежегодного городского бюджета на решение этой проблемы. Он же не захочет понапрасну рисковать жить с ними избирателей Liberty City. А вот и засада. Нет, Джон, если это твоя проблема, то она и меня касается. Дыши глубже, Джон. I'll talk to you later. Я с тобой уже поговорю. Водитель, почему эта дорога перекрыта? Какие-то проблемы? Очередное дорожное заграждение. Об этом определенно не сообщали в дорожных сводках. Пойду отодвину барьеры. Такое. Давай, мистер Джефферсон, пора убираться отсюда. Улыбается.
Прости. Где-то мне спину лепит. Ну, человек сказал, пожалуйста, не убивай. Был, пожалуйста, не убит. Пошли, Бобби Джефферсон. Ну, садись в эту машину, чего уж. Похоже, эти люди серьезно старались тебя убить, мистер Джефферсон. Место в обратную сторону. А мы уже приехали. Если мы оторвались в нужную сторону. Не знаю, кто ты, но ты меня сюда довез. Это лишний раз доказывает, что некоторые мигранты в душе переживают за судьбу этой страны. Я скажу Джону, что ты был молодцом. Давай, жги. Бух. Да? Вызов Гравелли. Мистер Гравелли, я отвез вашего друга в Сити Холл. Его выступление начнется с минуты на минуту. Ты отлично справился. Слышал, были осложнения по дороге. Всегда можем быть уверенным, что русские что-нибудь предпримут. Как можем тягаться с этими заезжими гастролерами, когда у них так горят глаза? Ну, вы же со мной работаете, мистер Гравелли. Созвонимся. Там по радио. Ох, выбирайся. Давно мы на нашей первой машине не ездили. То есть мы теперь еще и
на итальянцев работаем. Холи моли. Ну ладно, наверное, я тогда за кадром съезжу за жилетиком. И, наверное, домой спать. А, вон у нас еще Фил Белл. И у него есть... Други, к нему есть оружие. Поэтому... поэтому мы сейчас к Филу Беллу. По-бырому. Пересаживать уже не буду, но только быстрее. Еще одна ценительница. А ночью-то, наверное, тут пробок нет в тоннеле. Есть. Правильно. Так ему. Бросая банки, не забывайте хрюкать. Народ по телефону сам между собой разговаривает в машине. Прикольно. Что задумали? Чуть не сказал Сан-Франциско. Кто такой Фил Белл? А, стоп, это телефон, это не он. Да где он? Пока вписывался в поворот, потерял. Блин, я же ехал. За майкой. Да что там? Радио одно на всех. Не нужен мне боеприпасы, мне жилет нужен. Я потратил кучу денег на какую-то шнягу. Увидимся, говорит стрелок. ФБ. Здесь рядом.
Да который на складе живет. Крепыш такой. А нет, какой-то Ханкерс. Ага. Че за розовый какие-то неон? Если что, ты улетаешь. Расслабься. Поймай волну. Эй, Томми, глянь-ка. Седьмая лошадь, седьмой заезд, тупица Джо. А, привет, приятель, как дела? Да ничего особенного, у тебя вон как. Я хорошо. Пройдемся, поговорим. Конечно, пойдем. Томми, позвоним, если будет звонить мой большой друг. Скажи, что вышел подышать свежим воздухом. Не проблем. Да это смешно, я взрослый человек, который ведет себя как придурок. Извини, нет, да не проблема. Так стал бы ты друг Рэя? Друг? Нет, я выполняю для него работу. Ну, то есть вы друзья партнеры? Я бы так не сказал. Он слизняк, понимаешь? Но платит хорошо. Разумеется, приятель, разумеется. Слушай. Дело в том, что Рэй приносит хорошие деньги. Он, конечно, несет всякую чушь, но деньги приносят хорошие, понимаешь? Он крыса, принявшая человеческий облик. Это точно, точно подметил. Фил, что надо? Это босс, говорит, что ты ехал в доки, срочно. Говорит, что ты в курсе, о чем речь. Черт, на 3 дня раньше. Святая дева, что мне делать? Какая проблема? Нико. Мне придется рискнуть и положиться на тебя, приятель. Ну? Давай пройдем. Ага, у них... Слушай, нас ожидает грузовик под эстакадой Кэтскилл. Вези нас туда. Что за грузовик? Ты эту штучку на жгутке проверил? Нет, я почти уверен, что все чисто. Расслабься. Хорошо, хорошо. Просто если нас с этим поймают, мы с тобой залипнем надолго. И это будет означать, что некоторые люди сочтут нас пукачами. Что в свою очередь значит, что нам с тобой капец. Если работодатели тебя замочат, ты пойдешь за решетку, значит они хреновые. Будешь доверие, Фил. Это вопрос выживания. Если бы человек, который знает то, что знаю, я решил переметнуться в стан врага, это означало бы крах всей организации. Мучить того, кто переживает нелегкие времена, это своего рода перестраховка. И тот факт, что не все организации придерживаются единого направления, не идет ей на пользу. Хочешь сказать, что кто-то в семье рассматривает чужую отсидку как возможность приподняться? А ты смышленый. Как бы то ни было, прошу извинить, но я хочу убедиться, что наши задницы надежно прикрыты. Извинения приняты. Что будем делать? Мы должны забрать партию товара у русских, которых везут в Анчелотте. Ты помогал этим ирландским кретинам за того, что некоторое время назад Анчелотте что-то не поделились с своими албанскими партнерами. Как только милые закончили брониться, они нашли этого русского, и он притащил им героин или кокаин. На этот раз он привезут пароходом. Именно поэтому мы идем в доки едем. Именно, мы заберем кокаин русских, сделаем так, чтобы они подумали на Анчелотте. Вроде не сложно. Забираем кокс, Анчелотте думает, что это сделали они. Мы впоследствии загоним товар и поднимем какое-то говно. Какое-то бабло, черт! Ты так все говоришь, как будто он действительно прослушивает. Если нас записывают, я заявляю. Я не знаю этого человека, не знаю, что он говорит. Мы просто тренируем сценку для школьного театра. А где охрана и все такое? Поезжайте в лодочную мастерскую на Чаш Айленд. А зачем нам грузовик? Мы что, собираемся гору кокса перевозить? Да, ее правда будет немало, но это не единственная причина. Мои парни украли этот грузовик утром,
он Челоти, русские знают его. Достаточно будет только появиться там, они сами нам все перегрузят. И мы уедем, и не будет никаких вопросов. Сомневаюсь, что кто-то даст нам партию кокаина, ничего не спросив. Даже русские наркоторговцы так не поступают. Ты прав, это, конечно, план А. И мы знаем, что он не сработает. Мы сможем их оттуда спутать только в том случае, если русские будут мертвы. А почему нам не похитить что-нибудь? Поступить как-нибудь по-другому, а не лезть в самое пекло? Потому что это приказ, и мы должны ему следовать. Тебе ведь нравится не все, чем приходится заниматься. Но ты главный, я вроде как на... не за бесплатно работаю. Это точно. Кстати, тоже я... Понимаешь, не все в этой жизни происходит так, как нам хочется. Если ты подвергаешь себе опасности, то только потому, что так угодно капитану. И тебе приходится держаться подальше от собственных детей из-за дурацкого решения суда злобной стервы, которую ты имел неосторожность жениться. Но я достаточно повидал, чтобы сказать, что бывают такие ситуации, когда у нас нет выбора. Но бывают и такие, когда необходимо оценить обстановку и принять решение самостоятельно. Я не могу подчиняться буквально каждому приказу, который... получаю. Может быть, ты прав, а может быть и нет, я не знаю. Чиполлино. То есть, типа, речь идет о верности. Раз сказали, надо сделать так. Делаем. Я, говорит, могу прекратить любое время. Разговор наркоманов или игроманов. Да, говорит, хорошо, едьте с этой скоростью, и полицейский будет думать, что мы обычная гражданская машина. Ты посмотри, как мы разрисованы. Гражданский был... убил все выходные, но отмыл ее. Ну, что-то как-то напутано все. Нам вниз надо. Давайте здесь спустимся, мы уже знаем. Дорогу. Куда надо едем? По карте не скажешь, но мне почему-то вот нутром подсказывает мой внутренний голос, что нам не рисуют только потому, что мы едем по встречке. На самом деле... О! Я уже скоро таксистом смогу стать. Все будет нормально. Сохраняй голову, и все будет нормально. Не горячи. В этой мастерской торгуют кокаином. Моторная лодка с грузом уже прибыла из Вайс-Сити, но она еще не разгружена. Мастерская надежно охраняется, поэтому важен элемент неожиданности. Ну и где же он, этот элемент? Приятель, мы приехали груз забрать. Я по-английски не говорю, иди нахрен. Амиго, не надо все усложнять. Я просто хочу доставить груз моему боссу и пойти домой. Я сюда никого не пропущу без особого разрешения. И вы мне не нравитесь, выходите из-за грузовика медленно. Мико, похоже, придется все делать по-старому. Games.
Не вижу нифига, блин. Ника говорит, мне помощь нужна. Это, говорит, игра за нами, ребята. Я возьму тебя, то, что справа, ты что... Да ты почему живой это опять? О, майка. Я опять без всего здоровья. Ну, отличный прыжок, что могу сказать. Ты сядешь в нее или как? Фил, за нами гонится все больше народа. Эти приплыли. Еще одну лодку. А все, оно почему-то уже красным не выделяется. Они вернулись так себе у лодочки. Негритянская, сразу видно дома социальные. А утро красивое. Буду держаться на расстоянии на всякий случай. О, можно, наверное, вот здесь на машине прыгнуть. Садите на причал. Сейчас идем.
Смотри-ка, я был уверен, что он сейчас купаться полезет. Он так на лодку потом перепрыгнул. Ты очень здорово себя проявил. Сохранил голову. Это ценное качество. Спасибо. Увидимся. Еще чуть-чуть. Вон прыжок, трамплин, но... А, кстати, нам ничего не мешает. Потому что я его потом все равно забуду и никогда не найду больше. Ты лодку тянешь? У меня просто есть небольшой план. Ох уж это. Ох уж это физика. Морская. Я сейчас возьму где-нибудь машину. И не отходя от кассы скакну. Здесь же должно быть где-то наверх. Да, должен быть, да. Я сюда приезжал по телефону разговаривать из полицейской машины, тут прятался. Как почувствовали. Вот, хорошая едет, хорошая, приемистая. Можно было и джип там запустить, но мне кажется, он не взлетит. Вываливай отсюда. Мужик, ты не можешь это сделать. Так, сейчас, чтобы увидеть. Потому что заносит. Здорово, вон он. Ника, выходи. Осторожно, человек за бортом. Да, видимо, это не был секретный. Ника, ты будешь выбираться или... Не был секретный прыжок. Но прикольный. Ну попробовать стоило. Для ухода от погони будем иметь в виду. В общем, поработали на новую семейку. Заработали чуть их авторитета у них. По телефону вот давайте полечимся. Мы как раз сейчас... Кармен. Кармен, я попал в переделку. Мне нужно какое-то средство. Бедный малыш, просто прижми рану чем-нибудь, а потом позвони мне. Слышишь? Кармен, ты меня просто спасла. Спасибо. Но здоровье что-то не увеличилось. Это Октавия. В общем, отправляюсь я домой. Благо тут рядом.
Ты даже можешь не выезжать. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Странные. Все-таки наверх надо было. Это бывшая квартира плейбоя. И наши машины до сих пор тут стоят. Ну, тем лучше. Я совсем не для этого тебя показывал людям. Что-то демонстрировал. Какой-то мужик. Выбор большой. У нас, говорит, наш розовый почему-то не голубой друг. У нас опять Джимми Пигорино горит. Семейка Гамбетти. И все еще Фил Белл. Работы валом. Продолжим в следующий раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи.